Похожую девочку на пропавшую Алену Флат видели около кинотеатра «Восток», а потом недалеко от магазина «Бессарабский». Причем, по словам очевидцев, школьница была вместе с мужчиной и еще одной девочкой. Но местонахождение пропавшей ни родителям, ни полиции пока неизвестно. Напомним, 15-летняя Алена ушла 13 мая на Котинский рынок и по сей день не вернулась. Девушка была одета в бирюзовую толстовку и синие джинсы. При себе у нее было только 100 рублей и сотовый телефон. Кстати, мобильник девочки отключен. Родные просят помочь в ее поисках и ждут любую информацию.